Ну вот у нас мороз где-то 12 или в районе 15 градусов. Посмотрим, что у нас не замерзает на Белом озере. Где там у нас утки, лебеди могут прятаться. Вот здесь я вижу, там у нас есть источник, как я понимаю. Вот тут вот есть кусочек с водой не замерзший. Вот здесь большой сектор не замерзший, я вижу. Вот такой вот. Здесь вот такой вот островочек.